Показаний у дрока очень много. Но самое, кроме работы щитовидной железы, дело в том, что она активирует работу мышц, активирует многих систем органов. И если наши эти органы не активируются, то это часто сопровождается отеками, асцитами. Асцит – это когда накапливается жидкость в брюшине. Отек – это когда могут накапливаться жидкость в наших конечностях, в ногах, допустим. Это называется миксидема, кстати. И проблема из проблем. Врачи практически беспомощны в борьбе с миксидемой. Единственное, запущенные, кстати, миксидемы. Если начально там еще можно с помощью гормона там вернуть это все в нормальное состояние, то запущенная миксидема, когда уже все давным-давно уехал поезд, там уже практически ничего нельзя помочь. Но хотя бы отеки убрать, хотя бы человеку легче, чтобы было вот этот лишние жидкости накопились. Хотел. Здесь этот препарат тоже будет бороться и с асцитом, и с отеками. Так что имейте в виду, не только причем отеки связанные с щитовидной железой. Это, отеки могут быть разной природы. Это и сердечные отеки, это и почечные отеки происхождения. И практически в большинстве случаев вот этот препарат под названием дрок испанский тоже можно включать в борьбе с отеками.